слушателям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать душ. Метр шириной, 2 длиной, 3 высотой, с парником, с баком, с боковой дверью, с трапиком. Пока приехали, выгрузились, приступаем к сборке. Каркас душа у нас практически готов. Обшили его поликом, заложили бак. Сейчас его ставим, несем на основание, точнее несем, ставим, доделаем дверь, настраиваем бак. Закончился монтаж. Напоминаю, строили сегодня душ летний, метр на 2, на 3, увеличенный, с парником, со вставочкой на 400. Вот такая каланча у нас получилась. И особенность — это боковая дверь. Боковая дверь сделана по принципу обычной двери, только сбоку. Тот торец, где она должна была стоять, просто заглушен прогоном. Поликарбонат 4 мм, белый, прозрачный. Бак 250 с подогревом, с лейкой, с мыльницей, со шторкой, с трапиком. Короче, полный фарш. Каркас сделан с профильной трубы 20-20-20-40. Покраска примерно порошковым способом, цвет шоколад. Вот такой отличный летний душ у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.